Блокчейн-технологии на основе «Восток» внедрят в госуправление Нижегородской областью. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин на конференции «ЦИПР-2019», передает пресс-служба нижегородских властей. Первой системой, использующей блокчейн, станет система гражданского голосования «Город-Н». С помощью приложения, разработанного на платформе «Восток», нижегородцы смогут распределять свои налоги между категориями и подкатегориями расходов в регионе – дороги, образование, медицина и так далее. Приложение будет точным благодаря интеграции с порталом госуслуг. Соглашение о сотрудничестве Нижегородской области и «Восток» было подписано в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Год назад канал «Криптодилерс» подробно рассказывал вам о запуске платформы «Восток». «Восток» был создан как логическое продолжение технологии Waves с учетом требований крупных корпораций и государственных органов и как универсальное блокчейн-решение для масштабируемой цифровой инфраструктуры. Платформа призвана помочь в цифровизации экономики, создании персонализированной экосистемы внутри корпораций и взаимодействию компаний на международной арене. В 2018 году платформа «Восток» была включена журналом Forbes USA в топ-13 самых перспективных технологических проектов 2019 года. Благодаря новым технологиям жители будут активнее вовлечены в управление своим городом через инициативное, так называемое «партисаппортное бюджетирование». Технология блокчейн позволит нам обеспечить максимальную прозрачность и честность в отношениях человека и государства, подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.